Да, госпожа Ся. Понимаете, мы выбрали эту девушку моделью для дзетон. Может, попробуете это нефритовое платье? Этот стиль вам больше подойдет. Но я хочу дзетон, что же мне делать? Менеджер Чен, не хотите нам все объяснить? Это госпожа? Важный покупатель нашего магазина, а она близкий друг директора Лу. Оказывается, ты важный покупатель. А господин Лу и правда щедр. Было бы здорово, будь он так же щедр к своей жене. Сынин, что ты имеешь в виду? Разве не очевидно? Дзетон с древних времен относится к императрице главного дворца, а ты ничего не представляющая из себя куропатка. Ах ты! Забудь. Давай вернемся. Зачем нам уходить? Что она сделает? Сколько денег она тут потратила? 20 миллионов. Я заплачу 30. И этот дзетон должен достаться Дзян Лань. Сынин, успокойся. Мы здесь, чтобы заработать, а не чтобы тратить деньги. Я должна вернуть тебе твое самоуважение. 30 миллионов. Это ничто. Отлично. Сколько бы она ни заплатила, я заплачу вдвойне. Я тоже хочу надеть дзетон. И у меня достаточно денег.